Доброе утро. А у нас в гостях Рамис Кулахметов, актер. Расскажи вообще, как твое лето прошло, карантинное? Лето? Лето я был у себя. У себя? Да, где? В ауле, в Алакуле был, там отдыхал. Все зоны отдыха курортные такие в Казахстане были закрыты, то работал только Алакуль, да, вот я там отдыхал. А, так-то вот родина он, там на Алакуле. Вот он, тот самый счастливчик. Да. Ну, конечно, это замечательно. В этом году вообще Алакуль стал вообще одной из самых таких посещаемых мест, место, да, вообще? Да. Хит продаж. Да, да. Хит продаж путевок, да, на Алакуль. Вот так вот. Некоторые плюсы карантина, да? Мы начали узнавать свои родные места, края, такие живописные. Там очень классно. Всем советую на следующего съездить. Не, ну, конечно же, конечно, всем было бы привести приятно карантин на Алакуле, да? Ну, у меня тоже неплохой карантин был. На Кочегае? Нет. Ну, а на Алакуле, вот что ты делал на карантине, я понимаю, там вот скажу. Ну, у тебя было больше свободы, чем нам, жителям города, мегаполиса здесь, да? Ну, как сказать, ну, занимался творчеством, да, писал сценарий, снимался, снимали YouTube-контенты разные. И помимо этого, да, отдыхал, да, классно. Подожди, так ты еще и сценарист? Так, попишу. Начинающий? Нет, не сказать бы начинающий, я пишу уже давно, много проектов мы раньше писали. Ну, сейчас, да, свободное плавание ушли, сейчас самостоятельно работаем. Да. Ну, а вот по поводу YouTube-канала? Канала, вот, ну, свое хочу открыть. У меня есть, но там пока еще ничего нет. Канал есть, да? Но еще там, пока еще не заходили. Он еще простой, да? Да. Ну, будет скоро. Ну, я так знаю, ты очень востребован в кино. Вот прям. Какой-то очень скромный. Ты действительно востребован в кино. Ну, да. А что вот последнее время происходит с киноиндустрией? Я, например, чуть-чуть не в курсе. Какие твои новые проекты? Это надо спросить у вас, да, Жанна? Ну да, но я просто бываю так немного эгоистичный, занимаюсь сам своей профессией. Действительно, да, конечно, там денег хватает. Действительно, я же наблюдаю, вижу картины, вижу своим участием картины. Это в основном комедии, правильно? Да, в основном комедии. А как вообще началась твоя творческая судьба, вот кино? Так скажем, я играл в КВН. Я играл в КВН, я его играл долго. Что за команда была? Как называлась команда? Сборная колледжа Дарын на казахском. А оттуда потом Бузеры, да, ушли? Да, оттуда потом мы ушли в продакшн, мы работали, вот сценаристом работали. И вот начался проект Бузеры, я прошел туда на кастинг, ну, прошел на главную роль. Ну, прошел, ну, на главную роль, господи. И вот с этого в итоге, да, и все и началось, да. Приглашение, да, вот в «Узере» мы снимали, и в те времена тоже мы играли в КВН. А в «Узере» сколько лет снимался? Пару лет. Там 4 сезона, да, 3 года мы снимали. И сколько там серий получилось в «Узере»? 99, кажется, 100 серий. А, да, ну вы не поверили, перекресток наш, перекресток был 455, кажется, серий. Никто не поверит. Я ваш фанат, да, я смотрел перекресток, я не пропускал. Гость ты, подожди! Да, там же вообще переключен медленно. Скидывает лавры. Ну а сейчас какие проекты снимаешь? Сейчас вот YouTube-контент. У ребят мы снимаемся, мы актеры, как вы говорите. Рамис, я знаю, что у тебя какие-то еще есть музыкальные работы, да? Да, такое? Да. Расскажи немножко. В данный момент, да, я вот пишу треки, так скажем, латин-рэп разного жанра. Ну, рэпчик пишу, ну, у меня не так круто получается, по сравнению с другими ребятами, которые занимаются этим уже много лет. А какое-то музыкальное образование есть? Да, музыкальное образование нет, даже актерское образование нет. Так скажу, я техник вообще, магистр технических наук. Технических наук? Да. А вот интересно, что за профессия? Нефтегазовое дело я очень. Да? Так ты нефтяник. Да, я нефтяник. Это же в наше время же очень такая выгодная профессия, востребованная профессия. Высокооплачиваемая профессия. Ну, а что же вдруг так? Вот я учился. Это такое веяние души, да. Творчество. Так скажем, творчество. Да, творчество, но вот, не знаю, нефтегаз это не мое, кажется. Я люблю эту профессию, я преподавал, кстати, 1,5 года. А закончил наш институт, да? Да, Казахстанский Абитасов технический университет закончил. Там 6 лет учился. Вот. Ну, да. После этого преподавал, когда вот снимался, параллельно снимался и преподавал, учился на магистратуре. Вот было такое. А сейчас вот, да, сейчас пишу треки разные, на казахском в основном. Пока что вышел только один трек. «Битым не сишь, поцелую щеки» называется. Да, хорошая тема. Сейчас мы продолжим ее, посмотрим в начале рекламы, а потом уже продолжим разговор. Давайте.
Рамис, ну мы еще раз напоминаем, что у нас в гостях замечательный актер, сейчас комедийного жанра, да? Рамис Кулахметов. Как выяснилось, еще и сценарист. Еще и сценарист. И еще занимается в музыкальном жанре. Да, еще вот, и нефтяник. Да, еще и нефтяник бывший. Вообще бывших нефтяников реклама, не да. бывает. Да, да? Еще холост, скажи. А еще холост. Это мы сейчас скажем отдельно. Холостой нефтяник, актер, сценарист у нас в студии. Вот так надо. Сценарист, инстаграмщик. Да-да-да, сейчас инстаграм изменится. По поводу инстаграма еще. Ты же у нас специалист по инстаграму. Вот задай вопрос. Ну да, вот по поводу инстаграма. Ты как в блогерство? Уходишь, не уходишь? Ну, вроде уходил, что-то не знаю. Все этим сейчас занимаются. Вот свою нишу что-то найти сложненько. Ну да, Инстаграм мы занимаемся. Ну, у нас немного подписчиков. Нет, ну сейчас идет как немного. Я это скажу. Хотя у меня тоже не очень. Ладно. У великих людей не очень много подписчиков. Мы не гонимся за подписчиками. Вот, обожаю в этом плане прямой эфир, а вот точно, да, он такой бывает неожиданный. И вдруг появился неожиданный Рамис. Рамис, ну так вот мы продолжаем наш разговор по поводу твоих музыкальных пристрастий, по поводу, кстати, по поводу Инстаграма, да, опять же, вот в этом. То, что у нас написано, этим летом по одному из ваших постов в Инстаграме у вас начался какой-то новый этап в жизни и в творчестве. Вот расскажите о нем. Вот музыкальный этап моей карьеры, да, такой. А кто пришел к такому, как бы так вот, начинанию? Вот? Да, просто вот, так скажем, да, вот раньше я играл в КВН, снимался в комедийных вот, телепроектах разных. И, ну и, если честно сказать, вот комедия мне это, как скажем, для меня этого мало. Я хочу только более серьезно, что-нибудь такое, понятно, в таких да. более крупных проектах сниматься. Комедия, да, это сложный жанр, но такой драматический что-нибудь охота сыграть. И этот. Такой толчок для меня был летом, осознал много чего. И этот, начал писать песни, треки, музыкой начал заниматься. Но есть круг ребят, которых вот, мы сами собираемся, вот, пишем разные проекты. Кто-то занимается музыкой, кто-то пишет сценарий, кто-то снимает. Вот, у нас такой мини-свой творческий коллектив. Ну, не прям продакшн, да? Так скажем, ну, я люблю скромничать. Мы заметили, да, да. Ты очень скромный человек, да. Но знаешь, вот по поводу того, что ты недоволен своей сейчас судьбиной, скажем так, в комедийном жанре, это, в принципе, причина расстройств многих актеров этого жанра, да. Взять вот советских актеров, там, Демьян, который Шурик, да, он всю жизнь был даже недоволен тем, что его застамповали на Шурике. Это как клеймо, да, просто. Это клеймо, но в любом случае, благодаря этому клейму он стал знаменитым на весь Советский Союз, и ты сейчас тоже, ты знаменитый на весь Казахстан, скажем так. Ну да, я не знаю человека, да, может быть, бывает такое, что, как его зовут, но я знаю, что он снимался в кино, вот это вот точно. Да, вот, в основном так. Да, а вот теперь поговорим по поводу твоего еще семейного положения. Ты сейчас упомянул о том, что ты холост. Да. Это вот многие сейчас женщины, может быть, очень внимательно начинают слушать, да? Девушки. Да, холост. Мне 30 лет уже, надо жениться. Родители вот требуют, давай быстрее уже. Но оно приходит не тогда, когда родители, давай быстрее, быстрее. Да, когда самому захочется. Или когда, не было такой искренки вот такой, что. Ну да. Такой дзинга не было. Думаю, скоро будет. Ну хорошо, а вот тогда всегда оно, конечно, не происходит так, как ты планируешь. Да. То есть вот не бывает так, завтра я хочу встретить женщину, девушку, и завтра же я хочу жениться. То есть всегда оно происходит так вот как-то не тогда, когда ты ожидаешь, начнем, да, с этого. Вот какой твой идеал? Вот в идеале, что бы ты хотел рядом с собой? Какую женщину? Ну, не знаю даже, если честно. Умная была, что ли? Умная и воспитанная. Главное, чтобы уважала моих родителей, да, потому что я их очень сильно люблю, а не хочу, чтобы они потом расстраивались. Вот сейчас я смотрю. Я не могу сказать, вот такая мне нравится, чтобы она вот так фигуристая была, красивая была. Не могу я так говорить. Фигуристы тоже неплохо. Да, я не знаю, чего мое сердце желает. Я не знаю, какая будет моя возлюбленная в будущем. Химия произойдет. Лада, Дидо, я. Да, вот что? Нет, главное, чтобы потом почувствовать его душа, да, и кровь. Да. Это как же, смотри, Рамис,
Но вот по поводу, опять же, я сейчас, знаешь, задумался, отманил на Рамиса, когда он рассказал про то, какая должна быть женщина, как он любит своих родителей. Я подумал о том, что это готовый сюжет же насчет картины. У нас же была знаменитая наша казахстанская картина, казахская картина «Ангел в тюбетейке». Да, вот, да. Да, и вот сейчас вот сюжет такой же, опять же. Все повторяется, да? Сейчас нужно будет женить. Вот, пожалуйста, режиссерам, мне кажется, хорошая тема, да, вот снять еще второй «Ангел в тюбетейке 2». Ну, а ты сам в режиссуру не хочешь пойти? Не, я умею снимать, так скажем. Мы много лет снимали, занимались, да, этим. Ну, я умею снимать. Просто дайте мне камеру, дайте команду, я сниму вам, что вы захотите. Да. Ну, а ты вот какими-то своими проектами, сценариями шел? Да, вот сейчас вот все знаете, да, вот YouTube пространство, оно вот, охват большой. Вот, все уходят туда сейчас. Можно сотворить что-нибудь такое, веб-сериальчик, да, все этим занимаются. И охота даже снимать большое кино. Да, вот с нынешней ситуацией, которая у нас в стране, по всему миру происходит, коронавирус, вот и киноиндустрия, она чуть-чуть уже не дышит. Да, вот, ну, сложно сейчас. Ну, как все это пройдет, думаю, начнем заниматься. Тем более у нас в стране кинотеатры не работают, да, конечно, вот, сейчас. Это сложненько, сложно чуть-чуть. Но в любом случае, во время карантина YouTube работает. Да, вот, из-за этого сейчас... Удочку закинулась, еще зайти. Да, и работает телевидение, поэтому сейчас посмотрим рекламу, а потом продолжим наш разговор. Конечно. Ну, а мы напоминаем, что сегодня 13 октября, вторник, но мы продолжаем разговор с нашим замечательным комедийным актером Рамисом Кулмахметовым. Мы же договаривались с нефтяником. Хорошо, с нефтяником. Актером, сценаристом и так далее. Арамис, ну вот сейчас вот такая пора осень, да? Многие творческие люди любят осень, да? Независимо от того, пандемия сейчас или не пандемия, в любом случае, да, вот ты относишься к этим людям, которые любят осень? Да, конечно. Люблю разные яркие цвета. То есть тебя не вызывает апатия осень? Нет. Я люблю осень, я просто не люблю зиму. Не любишь зиму? Я люблю все, кроме зимы, да? Да, холодно. А вот день рождения у меня зима. Да, и поэтому ты не любишь его. Да. Но еще рано тебе не любить свой день рождения. Я не люблю зиму, зима, только добро пожаловать. Приходит то время, приходит тот возраст, когда тебе уже не нравится день рождения. Да, уже 30 лет, да. Ну, поэтому, в принципе, не расстраивайся, у нас еще зима. Не скоро будет. Вот бабье лето, мы просто сегодня только в начале программы озвучили, что аж до 19 градусов. До 20 я смотрел. До 20 градусов. Ой, все. До 20 градусов тепла. До 19-20 градусов поднимется температура, поэтому все еще не так печально. Ну, еще говори. А все? На какие сейчас планы у тебя самые на ближайшее будущее? Вот второй трек на подходе. Скоро. Скоро начну съемки. Ну, вот обстоятельства. Подожди, съемки клипа или? Да, клипа вот на первую песню, да. Много планов, я не хочу его озвучивать. Скажу, потом не сбудется, потом буду жалеть. Да, почему я это сказал? Ну тогда обязательно мы тебя будем ждать уже с клипом, с готовым. Ну, хотя бы немножечко завесу. Это все не комедийное, да? Может, чуть-чуть элементы есть. По-любому оно должно будет. Такой серьезный трек будет. Ага. Ну хорошо, человек предполагает, а Бог располагает, правильно? Да, конечно. И вот, Рамис, у нас вот по нашей традиции мы любим нашим гостям, особенно приятным гостям, к которым ты сейчас относишься, да? Спасибо. Доставлять слово сказать в камеру, обращение нашим телезрителям, что ты можешь пожелать им вот ближайшую осень, ближайшие дни. Родителям. Одевайте тепло, да, берегите своих близких. Все это пройдет, настанет хорошие времена. И почаще улыбайтесь, это сонно. А родителям? А родителям? Привет, мам, пап. Кстати, у тебя есть братья, сестры? Нет, я единственный сынок. Единственный сыночек, любимец, мама. Ну, конечно, в 30 лет. Я представляю, мой бы сын до 30 не женился. Я бы тоже начала подпиливать его. Да. Хотя не знаю, какой я буду мамой сына. Но я надеюсь, что ты будешь хорошей мамой. Однозначно. Тем более, ты уже мама дочери. Так что... Ну что ж, Рамис, мы тоже желаем со своей стороны, от всей души, тебе всего самого наилучшего, творческих успехов тебе в твоих начинаниях новых, стать знаменитым, может быть.
и рэпером. Да, я надеюсь, что в следующий раз, когда ты придешь, ты нам расскажешь больше. Потому что, да, есть у некоторых, но ты все-таки творческий человек, и нужно вот людям интересно, а что там дальше. Да, да. Вот будем надеяться на то, что в следующий раз мы узнаем от тебя больше. И с клипом обязательно приходи. Вся наша редакция, вся наша команда. Спасибо, что ты пришел к нам сегодня в студию. Ну а вам, дорогие телезрители, мы желаем всего самого наилучшего. Продолжение, пусть ваше продолжение сегодняшнего дня будет замечательным, хорошим и плодотворным. До завтра. Пока-пока. Пока.